вечер всем, дамы и господа, с вами Кулин, и добро пожаловать на новый выпуск Shadow Fighterina. И сегодня для меня прям неожиданно вышло новое обновление. Да, называется 0.3.1. Да, она так называется. И скажу, что она принесла прям, ну, такие прям серьезные изменения прям для арены. И такое чувство, что вот реально чувствуется, что скоро будет как раз-таки релиз. Ну, а во всем как раз-таки все по порядку. Давайте начнем с арен. Да, добавили еще пару новых локаций, да. А на старые наконец-таки воткнули ту самую музыку, которая должна соответствовать той или иной локации. Да, это хорошо. Как видите, у нас здесь в арене изменились вот локации, как видите. Теперь они соответствуют нам нужным аренам. Как видите, у деревни Маркуса. Вот, пожалуйста, деревня Маркуса. Кстати, насчет деревни Маркуса, так как раз-таки. Там как раз-таки сделали ту же самую. Родную музыку поставили, не турнир. Турнир уже убрали, это хорошо. Как видите, разлом и все такое. В общем, все как надо. Скажу сразу, какие мне локации пока попадались? Пока мне на данный период времени, потому что я, ну как, я просто прогонял там 2-3 катки, вроде больше, если ошибаюсь, вот. И мне попались одна новая локация и вторая старая, как раз таки, с нужной музыкой. Это разлом, как раз таки, с взорной вышкой. И новая локация, это остров, да. Здесь, в арене, она почему-то вот, ну, что-то ее здесь нету, вот, не знаю почему, но она мне попадалась, вот. Возможно, она на какие-то вот арены открывается определенные, вот, допустим, как древний храм, или что-то другое, вот. И если ошибаюсь, кто-то из своих, мне кто-то там говорил, типа, кто-то попадался с пустой комнаты, вот, да, вот тоже. Но насчет остальных локаций я пока не могу, ребят, сказать, потому что они пока что мне не попадались, вот. Так что вот так. Также появилась музыка на бамбуковый лес. Она как раз таки новая. И возможно, если, конечно же, там мне там мой дружище один поможет. Если, конечно, он сможет достать как раз таки музо, то я, может, постараюсь как-то его выложить, может, все там в ВК или в Дискорде. Вот, чтобы вы послушали, как там у нас там новое бамбуковое лес звучит, вот, как раз таки. Там новой музыки, если вы это увидите. Так, насчет арен, ну, пока что вот все. Да, добавили новые арены. И еще раз повторюсь, там на старых добавили, ну, родную музыку как раз таки, что было все как надо. Как видите, у нас теперь здесь меню, вот вкладочка с ежедневным входом, вот, да. Раньше нужно было, короче, вот через арену заходить, сейчас вот, пожалуйста, здесь есть, короче, значок. Бога здесь ошибаюсь, там ничего нового нету, я посмотрел. А, графон, разблокировали графон, ребят, да. Я проверил графон, ребят. И сразу скажу, что мой телефон, ну, не вытаскивает, не высокий даже, не ультра. Не даже средние. Ну, то есть как, нет, на средних там можно как-то играть, но на средних у меня там какие-то, ну, фризы, ребят, можно так сказать, и такое ощущение, что играешь в 30 FPS. А вот на низких, ребят, все идеально, ребят. Просто 60 FPS, ни лагов, ни фризов, все хорошо. Я, конечно, не знаю, может быть там оптимизация, что-то такое, или может мой телефон не вытаскивает такие требования. Ну, не знаю. Ну, в принципе, ладно, я как бы доволен, в принципе, низкими. Главное, чтобы игра запустилась, и чтобы можно было кайфовать, вот. Насчет мелодрамы, ребят, да, мелодрама, вот помните прошлую обнову, там, короче, было полное мельцо, ребят, вы, короче, там все видели, вот, так далее. Сейчас мыла нет, абсолютно, вот, после обновления данных, после обновы мыла, в принципе, ну, можно так сказать, вообще нету. И, как видите, персонажи стали чуть светлее, то есть, до обновы, короче, они были такие темненькие, что ли, то есть, такое чувство, что на них свет не падал. Сейчас, как видите, свет есть на них, и прямо хорошо видно, вот. Ну, допустим, на том же примере того же Файергарда, он был темный, сейчас, как видите, есть свет, и вот, пожалуйста, отображается его серая броня. Это хорошо. И давайте же перейдем, наконец-то, к той самой теме, которую я, блин, долго, как сказать, я не знаю, ну, просто можно сказать, что я, типа, долго ее ждал, вот. Это нерфы, там, баги и все такое, да. Я думаю, вы в курсе. Баланс. Насчет баланса скажу сразу, что прям серьезно изменили, ребят. И, наконец-то, поднерфили двух для меня бесящих персонажей. Это Хельга, это Киба. Все. Вот эти тупо два бесящих персонажа меня тупо понерфили. Это прям очень хорошо. На Хельге, если ошибаюсь, уменьшили щит. Теперь время, короче, уменьшено. Урон тоже уменьшен. Какие-то таланты тоже понерфлены. И все такое. То есть, в общем, сделали так, чтобы, короче, крысы даже не пытались, короче, тебя тупо там зажать. И пытаться там всякой там фигни натворить при помощи щита. Да. Там, короче, был еще один баг. Ну, там, короче, если ошибаюсь, там по описанию повесили. Насчет Киба. Ей как раз-таки, если ошибаюсь, понерфили теневое превосходство, вот.
Как раз таки время уменьшено, и урон тоже уменьшен, как раз таки. То есть, в принципе, сделали нормально, то есть полегче. Но все же, блин, капец. Ну, немножко не устраивает то, что не понерфили некоторые таланты, реально. Могли бы понерфить некоторые таланты, и был бы окей. Штрафу, реально, вот там, если ошибаюсь, пофиксили, что-то там, не знаю, либо пофиксили, чтобы либо бафнули высокий полевой порог, который дает нам как бы теневую защиту. Скорее всего, наверное, пофиксили то, что я не могу точно сказать, что еще поделать. На Кейт, если я ошибаюсь, там она, короче, больше 30% себе здоровья не может отхилить. Если у нее стоит вот способность только вот, никогда не сдаваться, вот, да. Вот, так что вот так вот, как только больше, все. Насчет Ашота. Там вроде, если ошибаюсь, только пофиксили баги на нем. И вроде больше ничего, да, все, больше ничего. Так, на Императоре, да, на Императоре, там что-то, если ошибаюсь, тоже сделали. Давайте посмотрим, что там, короче, сделали. Не знаю, там ли что-то урон, что ли, увеличили, там, что-то, короче, вот, талант поменяли, что такое. Ну, короче, если что, вы можете там потом полностью прочитать обновление. И там увидите, что там у нас с Императором, вот. Ну, просто, и, честно говоря, я с ним пока еще не гонял. Поэтому я не могу там точно сказать, что там с ним, вот. Я пока что вот только скипы гонял. Ну, насчет Кирви я, наверное, гонять пока не буду, чушь поделать, а, да. Раз уж у него понерфили, это хорошо. Монаху, если ошибаюсь, уменьшили урон. То есть, там, на какие-то способности, если ошибаюсь, уменьшили урон. И вроде сделали как надо. И вроде больше ничего не делали, да? А, нет, 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 чуть не забыл. Джету, короче, там тоже что-то понерфили. Теперь смотрите, как, короче, происходит. Когда был, короче, прошлый патч, вот, те же самые, то же самое водили, вот. И знаете, что там, короче, сделали? Теперь моя теневая гармония действует максимум на одну атаку. То есть, если там до этого патча там можно было там по времени, сейчас это теперь только на одну атаку теперь действует. То есть, а то есть, ты только можешь один раз атаковать, и все, как бы там. Ну, чуть-чуть отфилить здоровье и получить там как раз-таки талант. Вот, чтобы тебе там не пробили к чертям это все. Ну, короче, вы поняли. Вот, ну не знаю, что там же, могли бы, не знаю, попробовать это оставить, блин, могли бы не нерфить. В принципе, и так, в принципе, нормально, как бы, ее и так понерфили. Вот, ну не знаю. Ладно, ну в принципе, и неплохо, и нехорошо. Главное, чтобы играбельно было. И не то, чтобы прям как с Хельгой, которая, блин, постоянно зажимает тебя, и все такое. Ну ладно, хорошо. Давайте сейчас, наверное, я попробую попасть там, не знаю, может быть, какой-нибудь там чуваком, может попасть каким-нибудь, вот. И попробовать, может, попасться на другую локацию, потому что, повторюсь, добавили новые локации, и я их прогонял. Так что я надеюсь, что мы с ним попадемся. Ну давайте, я как раз и вернусь к вам, как только я найду противника. Я зашел пока что в обычные, там как раз и сейчас пока есть люди, так что мы сейчас кого-нибудь попытаемся найти. Честно, я не знаю, но после обнова музон так начал, что ли, у меня так орать. Не знаю, вот. Возможно, как раз таки музыка перебивает мой голос, я не знаю, возможно, нет. Ну, посмотрим, хорошо? Следующий, короче, раз, короче, когда буду снимать, я надеюсь, что такой фигни больше не будет. Так, ну попытаюсь, короче, там пока кого-нибудь найти, как видите, все. Ну, будем ждать, что ж поделать, будем ждать, пока кого-нибудь не найдем. А то, мало ли, что у нас там, короче, произойдет. Угу. Как раз таки вы там увидите парочку новых локаций, посмотрим. Может быть, там попадусь я с локацией, может быть, я опять, короче, наткнусь на деревню Маркуса. А то, короче, я тоже играл и натыкался на эту локацию. Ну, не первый раз, ребят, не первый раз, поэтому уж, как говорится, ну, пока что вот так. Насчет арены, которая там осталась, которым якобы должно быть место этим. Ну, ладно, может быть, потом как раз я в будущих этих патчах можно что-то сделать, вот. Но, в принципе, чувствуется, что как раз таки потихоньку уже готовится релиз. И все. Да, нашел я уже наконец-то кого-то. Угу. Ну, давайте. Во, как видите, вот я не знаю, вот немножко не слышно, но, возможно, вы слышите как раз. Вот, давайте, я не знаю, с чего начнем. Ну, давайте, я, наверное, ну, пока что нет, не знаю. Блин, у этого кипа 8 уровня, блин, еще и это. Так, ну, давайте пока рискуем, наверное, штрафом. Во, да. Угу. Да, вот как раз таки, если кто слышит, вот... Это бамбуковая арена новая, вот. Угу. Ну, чуть-чуть слышно, проскакивает звучок. Но, правда, он тиховат как-то, вот, не знаю. Хорошо, ну давайте. Все, давайте, ну, один разочек просто сыграем, ничего страшного уже не будет, поэтому погнали. Ну-ка. Так, давайте, может, попрыскаемся с работаром. Так, тихо. Опа-на. Опа-на. А, ну это не помогает ему, так. Все, снова нанес это. Так. Хорошо, блин, что-то мне пока уже плохо пояснили. Так, осторожненько.
Так. Все хорошо. Так, ну-ка давайте не ухай. Вот так вот. Вот так вот. Коронным ударом. Так. И давай, добивай Юку. Все, хорошо. Добиваю Юку я. Все, пока нормально. Вот она, какая здесь наша бамбуковая арена, да. Все хорошо, в принципе, у нас идет. Даже музыка есть. Вот. Я потом, ну, если смогу, конечно, еще своего друга достать музыку. Вот. И попробую, может, там выложить, а то мало ли кто у нас там друг. Угу. Хорошо. Так, дальше у нас Маркус идет. Блин, он 8 уровня, конечно же. Ну попробуем вытащить. Вот. Ну попробуем. У меня, как видите, есть это. Сейчас пробуем. Ну, еще бесконечное упрямство. Ладно, пробуем. Надо рисковать. Так. Осторожно, осторожно. А, у этого еще и того. То он стоит. Этот. Так. Тихо. Угу. Ну, пока не торопиться не буду. Так. Тихо. Блин, тихонько, 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 так. Потому что у меня мало хп, а Маркус, блин, еще 8 уровня причем. Так. Хорошо, так. Тихо, тихо. Ну, я подходить не буду, что-то уж опасненько. Вот. Поэтому пока не рискую. Вот, хорошо. Так, я кританул его. Угу. Так. Ай, блин, опа-на, так. Тихо. Все. Все, так, тихонько. Главное сейчас не умереть. Так. Так, блин, сейчас я пока прыгаю над ним. Тихо, 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 сейчас это. Все, хорошо, снимаешь этого Маркуса. Хорошо. Ну, штраф вот, я не знаю, после обнови, прям, не знаю, такое ощущение, что он начал тащились. Вот, я не знаю, что можно сказать. Вот. Возможно, мне просто везет, и я с ним хорошо играю. А то мало ли что там у нас там еще вдруг. Вот. Ну ладно, так, у нас с ними 8 уровня. Ну, посмотрим, что у нас там дальше будет. А, и там, короче, у меня вторая способность стоит. Ну ладно. Хорошо, рискуем. У меня, правда, мало хп осталось. Ну ладно. Так. Ну, как видите, ну, пока что я не рискую тоже, пока прыгать на него. Вот. Угу. Так. Тихо, 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 тихо. Угу. Так, давай нижний попробуем. А потом вот так вот. Вот. Ну, тем более у меня это есть. Так. Опа, она, тихо, 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 тихо. Опа, она. А, блин, аж. Ах, нет, здесь уже все, да, здесь уже не повезло, здесь уже так. Ну ладно, попробуем вытащить, все равно у меня там еще 2 бойца осталось. Угу. Ну, как бы пока у нас такая ситуация. Угу. Ладно. Сейчас тогда я, короче, кипы возьму и посмотрю, что у нас там. Просто у меня кипы 7, блин, а у него уже 8. Но у него там, короче, это стоит. Вот. Так что там может быть хоть первое и второе. Так что грица, двойная опасность от кипа есть. Хотя ее как бы ничего чисто не рфанули. Ну ладно. Все же лучше быть осторожнее здесь с ней. Ой, ё-моё. Так, это не у меня. Все, ясно. Так. Тихо, 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 тихо. А то он сейчас на меня напрыгивает. Вот. Пока что потихоньку. Опа, она. Так, хорошо, поймал момент, поймал. Так, давай откатываем. Блин, нет. Все же я, видимо, зря добивал этот удар. Так, угу. Тихо, 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 тихо. Так. Вот. Опа, она так, сбиваю. Тихо. Блин, а! Вторая способность. Так. Так что не забывать надо, а то сейчас еще мало ли буду сливаться. Вот. Хорошо. Все, хорошо. Все, то теперь дальше можно ничего не бояться. Вот, все, он сейчас сольется, поэтому пофиг. Все? Да, он сливается. Хорошо. Забираю его. Ну, все, в принципе, нормально. Хотя, если был бы в рейтинге, я бы его точно победил. Вот. То же самое, как бы. И отнял бы кубки. Все, хорошо. Так, ну давайте как раз к нашей затею. Все. И как видите, на новую локацию все же мы попались. Вот. Точнее, на старый, потому что я как раз добавили с прошлого этого, с прошлой обновы. Вот. Но закатили музыку. Это прям плюс. Хорошо. Ну что, друзья, мы и завершаем наш выпуск как раз таки с новым обновлением. Да. Старушку сразу, в принципе, обновление неплохое, реально. Мне кажется, даже одно из годных, потому что все же уж добавили новые локации, музыку наконец-таки вкатили, которая нам нужна. И все, в принципе, такое. Да, не знаю, как-то поступили с Киба и с Хельгой, но вот Джет не знаю. Хотя, можно было бы, в принципе, таким же, как и оставить. Ну, что же еще поделать? Взяли, так и сделали. В принципе, еще с ней играю, блин, так что будет все нормально. Ну что ж, с вами прощаюсь. Всем удачи, всем КПК. Конечно же, ставим лайки, записывайтесь на канал. С вами Костя, приятного видосики. Ну и, конечно, всем пока.